Наличие формы не обязательно. Главное – желание, азарт и огонь в глазах. Более демократичных соревнований, чем открытый кубок совхоза имени Ленина, не придумать. Открытый, потому что принять в нем участие могут команды вне зависимости от географии, что повышает зрелищность. Команда очень здорово в Ленинском районе знает друг друга и знает, что от них ожидать. А когда приезжает команда еще из Москвы, из других районов Московской области, получается какая-то загадка, какой-то драйв. Кроме спортсменов из совхоза имени Ленина, в соревнованиях по волейболу присутствуют команды из Подольска и Москвы. Как ни странно, но девушки активнее. В первенстве принимает участие только 5 мужских коллективов. Женских на порядок больше. Участвует порядка 9 команд. То есть по итогам первого круга 6 сильнейших команд принимают участие в этом кубке. Спортивные баталии проходят в зале Дома культуры. Процесс подачи заявки на участие в соревнованиях также весьма прост и прозрачен. По сути, все, что требуется от команды, желание побороться за победные кубки. Команда, которая представляет заявку официальную, с фотографиями, как положено, значит, с медицинским свидетельствованием, и эта команда может принять участие. Также нестрогие правила в соревнованиях по бадминтону. Здесь география участников несколько шире. Кроме хозяев территории, здесь ведут поединки спортсмены из Жуковского, Раменского и Москвы. Победители в соревнованиях получают не только почет, но и полезный приз. На многих турнирах, которые проводятся официальные в России, таких призов просто я не видел никогда. А что за призы? Проводим уже 3-й раз. Значит, были и ракетки, и спортивные сумки, и форма. В совхозе имени Ленина уже 3-й год действует школа бадминтона под руководством мастера спорта международного класса Сергея Яковлева. А потому подобные соревнования привлекают действительно сильных спортсменов. Но волейболом и бадминтоном этот спортивный день, как выясняется, не ограничивается. Еще есть участие футболистов футбольной лиги, которые сегодня у нас играют на выезде. Баскетболисты, которые играют в баскетбольной лиге, тоже на выезде играют. И дети стремятся добиться своих высоких результатов и добиться победы. В преддверии Нового года призы и кубки приятнее получать вдвойне. И к тому же можно узнать, сколь многого смог добиться ты и твои соперники в уходящем году. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Сергей Ларин. Видное ТВ.